Михаил Саакашвили выполнил данное накануне обещание. Теперь на пляж у так называемого пансионата «Зеленый берег» могут свободно проходить все одесситы и гости нашего города. Губернатор не стал откладывать выполнение своего обещания в долгий ящик. Сносить скандальную бетонную стену начали еще ночью. Михаил Саакашвили вместе с начальником областного управления внутренних дел лично руководил процессом. Утром на берег пригнали экскаватор и другое специальное оборудование. Работа развернулась в полном масштабе. Вместе со строителями в сносе стены участвовали спасатели, сотрудники областного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Незаконная преграда наконец рухнула. Владельцы пансионата «Золотой берег» и вместе с ними крутые гости, прилетающие на вертолетах из Киева, теперь могут только пожалеть о случившемся. Пляж поступил в распоряжение одесситов. Бизнесменам остается построить высокий забор с колючей проволокой у себя под окнами. Хотя их право на владение капитальными строениями в 100-метровой прибрежной зоне можно оспорить в суде. С этим губернатор тоже обещал разобраться. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».